Чё за тяги, кефтами. Давай еще одну историю. Могу сказать историю, как у нас были полицейские раньше. Как бедного Никитоса, который приехал смотреть за «Спартак» болеть. Короче, как было? Слышали, да, эту историю? Короче, пацан пришел просто на матч «Спартак», да, ходит на стадион. А это пацаны молодые менты, поняли? Вот самые вот, ну, у которых на стадион, едет на стадион, там, смотрите, вот они приезжают на бобик и стоят, молодежь. И Никитос говорит, я стою с пивом, короче, пью, а внутри нельзя же с пивом. Он говорит, я пью, типа, пиво, думаю, сейчас. А он за «Спартак» всю жизнь болеет, и болел всю жизнь. Говорит, и что-то меня, говорит, цепляют эти менты, говорят, типа, вот, типа, туда-сюда, грузят меня, говорят, пацаны, я на матч иду, у меня билет, все есть. Нет, говорит, ты с нами в отделение едешь. В смысле едешь в отделение? За что? За распитие спиртного. Говорит, а что, говорит, я же сейчас, типа, вот, могу прямо сейчас выкинуть, типа, я на спиртное, да, с нами в отделение едешь. Говорит, сел, говорит, в бобик, вот так сзади, меня закрыли. Еду куда-то, еду, смотрю вот так, в поле, еду. Приезжаем в поле, открывают двери, и просто вот я стою, говорю, и мне сразу перцовым баллончиком. Я говорю, вот так глаза закрыл, мне зашкварник вытаскивают, кидает, начинает ебашить его. Я говорю, начинает подниматься, он мне начинает ебашить. Я вот так закрылся, он мне вот сюда, прям вот в шею, вот сюда, вот так перцовый баллончик, и без остановки, понял, вот так. Нажал, говорит, и держит, говорит. Держит, и говорит, от того, что он вот сюда ебашит, мне, говорит, в лицо все, я, говорит, задыхаться начал, они мне по ногам, по всему, говорит, отели, говорит, сели и уехали. Я сразу, говорит, я в себя пришел, говорит, меня вырубило. Я, говорит, проснулся, в поле, хуй знает где, не смог, ну, вот, воняет перцовкой, снял с себя рубашку, выкинул ее, потому что невозможно. Колено у него вылетело в этот момент, понял? Коленом что случилось? Он говорит, вот так весь в крови, вот так шагал потихоньку, говорит, и пришагал на стадион. Где они стояли. Я, говорит, ему в цвет, говорит, ты чё, охуел? Вот он, я, говорит, того рода. Он говорит, я вас не знаю, молодой человек, уйдите. А так, говорит, сейчас в отделение поедете. Я говорю, вы чё? Вы так сели, уехали, блядь. Никитос бедолага вот так, говорит, остался, говорит, они просто ни с чего, блядь. Прикинь. Как будто приврал. Но я думаю, он не приврал, брат. Он такой оторванный был. С ним же люди были, брат. Никитос — это ходячая легенда. Вот представьте себе, помните, чемпионат мира был? Я не знаю, какой-то матч был. Он в «Адидасе» работал. От «Адидас» дали, короче, випку в Ростов поехать на матч. Випку. Он говорит, конечно. Говорит, сел, говорит, на автобус, говорит, и поехал. Приезжая на матч, то ли чемпионат мира, что-то было, говорит, я сижу, говорит, на випке, у меня все можно бухать. Говорит, я в деревню приехал, мне наливают, я пью бесплатно. И я, короче, нажрался, говорит, там, жестко, в этом Ростове. Говорит, выхожу, у меня телефон сел, все село. Я думаю, что мне делать, понял? Наличка была, я останавливаю таксиста, говорю, да, мне нужно в Краснодар. Он мне говорит, сумма, я говорю, иди, говорю, как мне добраться домой? Он говорит, я синий, сажусь к какому-то типу, он меня довозит до трассы, оставляет там. Я, говорит, на трассе стопаю типов. Стопаю, типа, пьяный, разорванный, стопаю, я говорю, до Краснодара едете? Они говорят, да, едем, прыгай. Я, говорит, прыгаю к ним, в итоге мы по дороге улетаем в кувет. Вась, в кувет улетаем, я просыпаюсь, а то, что типы просто с***ли с тачки. Я в***, не перевернутый, в кувете лежу, просыпаюсь, говорит, выхожу с машины, не могу найти телефон, просто нету телефона. Я куда-то п***ался в этой машине, Вася. Я подхожу, говорит, женщина идет. Я подхожу к ней, говорю, где я? Она зовет мне какую-то станицу под Ростовом. Я говорю, как я здесь оказался? Как мне домой пойти? Она говорит, у меня было 1000 рублей, говорит. Я доехал до вокзала. С вокзала, говорит, сел и на автобус доехал до Краснодара. Без телефона. В тачке съебал в кувет. Я говорю, Никита, того от тебя в жизни ничему не учат. Никита, это легенда. На день рождения на наш... Ау, я сейчас историю расскажу. Как я день рождения свой праздновал. Мы на даче у Никитоса. За городом, в Обширонске, за городом, дача. Там ни связи, ни... Короче, я, Дима, Моряк, Никитос. Еще были много пацанов, но они уехали. Это уже такой, где-то 4 утра, где-то вот так. Втроем мы остаемся, и с нами по девушке у каждого. Ну, у меня там девчонка просто была, не девушка, девчонка. Я позвонил, сказал, приезжай сюда, она приехала. И мы сидим вот так.
Вообще, я, кстати, вообще мне, я сижу вот такой. И у них там соседей много на даче. Там дач много. И там какие-то москвичи отдыхают. Этот москвич во время вот этого вот, как мы там кайфуем, ему понравилось. И он приходил к нам, говорит, пьяный. А можно к вам на дискотеку? Мы ему говорим, да, братан, не вариант, у нас тут своя движуха, езжай, отдохни к себе. Он говорит, все, давайте, ну, удачи вам, давай, вот так. Раз подошел, два подошел, ну вот правильно, все, больше не подходит. И под конец ведь всей этой движухи, ну, часа 4 ночи было. Сидим, подходит тип, короче, он был такой, 1.80 это, да, и 120 кг, поняли? Огромный тип, подходит к хате, эй! Вот так. Мы выходим на улицу. Я еще бил, у меня белая кофта такая, Adidas была. Только купил, блин. Я, никто с Димом, выходим на улицу. Что-то он, вау, пацаны, вы че не зовете? Ну, такой он был. Просто большой тип. Поняли, знаете, такие есть большие типы. С позом таким, но большой. Он еще высокий был. И он что-то там хипишует. Мы говорим, мужик, брат. Дядька, говорим. Уйди по-братски, понял? Подходят его два кента. Тоже взрослые мужики. Ну, им всем... Ну, где-то 40, может, под 40, 37, 38. Вот такие, ну, взрослые тоже такие все. Ну, не алкашники. Нормальные мужики подходят. Пьяные тоже. Что у вас тут случилось, короче? Никитос, например, тут день рождения. Я стою вот так. Я стою. Вот передо мной, вот тут. Вот тут. Передо мной стоит Дима. Никитос стоит вот тут. Если вот он с нами общается. Я стою вот так. Что он что-то там залечивает. И в моменте... Никита говорит, все, давайте мы пойдем и вы идите. А ты че? И этот здоровый шамаря Никита бьет. Ну, и мы такие, с днем рождения, добро пожаловать. Я могу вот Диме позвонить, он подтвердить, того рода. С днем рождения, добро пожаловать. Дима начинает, в GTA 5 RP, то есть, вот Дима начинает просто на типа накидывается. Начинает его ебашить. Никита сразу же этого начал. Я стою, остался один, на меня смотрит тип. Я на него смотрю, он на меня смотрит, он встает в стойку, я говорю, ты че, что его ебать? Бам-бум-бам, тот упал. Я поворачиваю голову, типа, я понял, никто с этого, Дима этого, типа, так аж в кусты, вот так, за ним в кусты залез, Дима в кустах, клянусь, вот так залез. Вот так, в кустах, в кусты. Тип лежит, он его ебать. Ну, ебать, что происходит? И самое жесткое, это Никитос этого, ну, он реально здоровый был, понял? Никитос, бам-бум-бам. На жопу падает вот так. И все, они лежат. 15 секунд. Девчонки сразу. Орут, ну идите отсюда. Они за забор забегают. Все, они троим лежат. Мы такие, они начинают этот. Какая-то суета. Я смотрю, мне вот этот тип, который я он вот так за меня держится, знаете? Вот так держится за меня. И вот так прикрылся. Я так стою над ним, понял? Говорю, бери руку, понял. Он убирает руку, у меня все в крови. Я думаю, я твой рот понял. Ну что вот мне с тобой сделать? Кофту купил только, вся в крови, брать. Этот Никитос так поворачивается спиной. Я этому помогаю. И я сразу включаю вот это. Дима тоже не растирался. Сразу же. О, мужики, встаньте, пацаны. Ну нахуй вы это делаете? Дима начинает. Ну нахуй вы это делаете? Вставайте. Дима своего поднимает, понял? Я с вами говорю, бра, братан, ну нахуй вы это делаете? Вот надо было, но я своего поднимаю. И Никитос идет к нам, и этот тип, клянусь вам, берет вот такой камень, вот так поднимает его, вот такой камень. Никитос, не растерявшись, пок, ему падает, вот так начинает вставать, Никитос, я твой все, вот так берет этот камень, которым хотел бы. Мужик вот так встает, ему по горбу, вот так, тип, брук, упал, лежит. Я говорю, Никитос, хватит, все, хватит, мы их поднимаем. Они поднимаются, мы им типа, о, пацаны, типа. Руки жмем, все, блядь, есть вопросы к нам? Они говорят, нет вопросов, как мужики решили вопрос? Они говорят, да, как мужики решили. Понял вот это вот? Все так быстро, быстро, быстро было, типа, мы их подняли, они такие, все, давай, мужики, давай. Типа, вот так. Типа, руки пожали, этот тоже встает, мы ему, так, красавчик, вот так. И они уходят, и мы довольны. Втроем, вместе. Я всегда мечтал вот так. Диман такой, да, красавчики. Никитос тоже, знаешь, у нас настроение девчонки с такими глазами, они вот так за забором стояли, смотрели на нас. Вот день рождения. Сели, вот так сидим. Смотрим, идет, орет. Идет опять к нам. А, выходим, снова идет. Мама, клянусь, вот так. Нож. Кто вот этот моих друзья? Я говорю, дружище, что случилось? Вы че? Я говорю, мы ему объясняем спокойно, а он трезвый. Бля, брат, они пришли,
твой друг, говорит, начал пи***ть нас. Ну мы, короче, не растерялись, говорит, он говорит, да нахуй, да? Он говорит, да, и второй подходит, бля, брат, уйди отсюда, мы реально там, как его зовут, его звали, он, короче, первый ударил, короче, пацаны, тоже красавчик, нас подняли. Он такой, а, все, пацаны, все, хорошего отдыха, все, давайте, давайте, все, давайте, все. Вот так вот, такой день рождения у меня был. Сегодня Диму вот встречал, вспоминали с ним это. Претензия была, да ничего не претензия, просто синий тип был, взял в ебаник Никитус Шамаря. Ну, мы, короче, не растирались, ну, и тоже оторвали. Ну, не по кайфу было, понял? Они пьяные были. Блядь, даже драки не было, блядь. Тук-тук-тук-тук. Все. Неинтересно. Хоть какое-то сопротивление было бы, поправило бы меня.